Так, яички. А ты омлет будешь? Будешь, что я тебя спрашиваю? Так, блин, а у нас молоко кончилось. Не-не. Слушай, а тебе кофе кофейный или чайный? С кофеином, взбодриться, проснуться. Кофе с кофеином нет, есть только без кофеина. Не, ну какой кофе без кофеина? Это то же самое, что сахар без маргарина. Давай делай с кофе. Будешь, значит, чай с чаином, хорошо? Хорошо. Так, бутерброд с сыром, с ветчиной, тебе просто с хлебом. Да, бутерброд с хлебом — это хороший бутерброд. Слушай, я честно вообще в этой жизни не понимаю. 25 лет живу на этой планете, не понимаю, как с утра раздуплиться вот сразу, чтобы проснуться, не выпивать нитр кофе, а сразу бодрячком, чтобы быть, а? Ну, может быть, я тебя буду с утра холодной водой обдавать? Не, так извини, что спросил, давай без холодной воды. Короче, ты тащи кофе, мать, что застыла на месте? Да вот, держи, пей уже давай скорее и просыпайся, а то и два слова связать не можешь. Ну да, да. Ну слушай, а что по поводу Педро? Не было там насчет него новостей каких-нибудь? Педро? Да, Педро. А, да не, ну я его видел последний раз вроде дня два назад. Все так же, все вроде хорошо, бодрячком, свежак такой, нормально чувствует себя, что спрашиваешь? Не знаю, но тебе просто вот он нравится, как читаешь? Ну главное, чтобы ей нравился. Она как бы наша дочь, какого парня она себе выбрала, значит мы как бы тоже его должны воспринимать как нашего сына, согласна? Ну я согласна, но главное, чтобы он нам полдеревни не разнес. Это как бы, понимаешь, ну не мы же его ей нашли, она сама Педро нашла. Ну да, а какое у него полное имя, я забыл, Педро, он же мексиканец, не? Он, да, португало-немецкий, этот самый испанец. Мексиканец, он... да. Да, бразильянец. Педро де ля ху... Педро де ля ху... не помню, Педро... Педро де ля Хуан его зовут, точно, я говорю, вот это все, давай, пошли, короче, все, я более-менее проснулся, давай за мной. Мы же совершенно забыли, мы же даже их не благословили, получается, а вдруг, если они в ближайшее время захотят жениться, а у них даже нет нашего благословения, как бы, получается, не? Они уже... Не дело. Смотри, они уже сблизились-то как... Ну, вроде как бы с прошлого раза ничего не изменилось, но да, сблизились. Так, коричневая панда... А как коричневую панду зовут? Ее так и зовут коричневая панда? Ну, вроде, я не помню. Мы ее вроде как-то называли, но я забыла, если честно. А чё он нервный так, такой вот этот Педро де ля Хуан? Он, вот смотри, у него трясучка. Он каждый раз, когда мы к нему подходим, каждый раз трясется. У него вот это... Эпилепсия, наверное, я не знаю. Он чем-то болеет 100%. Педро! Да нет, Педро де ля Хуан у нас по натуре собственник просто. Он не терпит, что вот к ней вот к девушке подходит. А, ну все, ну тогда давай мы к нему не будем подходить. Все, давай пошли. У нас с тобой еще очень много дел. Я рад, то, что наша коричневая панда... Да, у нас очень много дел. Очень много дел. Все, давай пошли. Я хочу големов свести. Повтори. Я хочу свести големов. Я хочу создать голема-женщину, голема-мужчину, поженить их, и чтобы они охраняли нашу деревню. Ну, с одной стороны, это просто замечательная идея, но у меня есть другие планы на эту серию. Давай, пошли за мной, бери с собой свою самую сильную броню, самый сильный меч, самый сильный лук и вообще все. Подожди, это... Оп, вот так, тут просто мистер Крипер взорвался. И все самое сильное, что у тебя есть, потому что, Катя, время выяснить, ну, басиська ты или профессионалка, пришло. А это что там такое вдали? Это настоящий Колизей. Специально для меня? Ну да, специально для тебя. И мне его помогали строить все наркоманы Петровичи. Ты просто посмотри, какой он огромный получился. Слушай, у меня там эта яичница подгорает. Я пойду. И ты знаешь, у меня нет с собой ни броньки, ни лука, ни этих... Ни пока, короче. Да, ты даже не кушаешь никогда яичницу с утра. Чё ты обманываешь? Ты всегда кашу кушаешь. Возвращайся обратно. Да, давай я не пойду туда. Ну, у меня эти ботинки сломались алмазные. Шлем почти вот-вот уже сломается. Сейчас мы тебе... Да подожди, сейчас мы тебе и шлем мы тебе скрафтим, и ботинки тебе скрафтим, все остальное. Пошли. Пошли, Катюшка-профессионалка. Слушай, если ты хочешь все же доказать, что ты настоящая профессионалка, значит, тебе нужно пройти мою арену. Убить всех самых вот этих сложных монстров. Маринку, Игоря, скелетов, стаю волков и... Подожди. И мистеров Крип... Что? А вот у этого чувака, это у него костюм такой или что это такое? У этого? У этих двоих? Ну да, у двоих. Это что вообще? Ну просто...
вот этих персонажей, человеков, вот этих всегда строит Лера. Ты же Леру помнишь, да? Вот. Лера 540. Лера 540. У нее с фантазией всегда там есть какие-то сдвиги. Я вот ее тоже спросил, в чем это? Она сказала то, что это гладиатор. А я вот спросил, гладиатор в трусах? И на этот вопрос... У него купальник. Купальник, да. На этот вопрос она мне тоже не ответила, просто промолчала. Ну что, ты готова заходить туда внутрь и сражаться со всеми своими страхами, кошмарами, которые тебе ночью снятся? И если ты выйдешь оттуда живой, ты докажешь всем подписчикам, кто прямо сейчас смотрит этот ролик, те, кто прямо сейчас подписан на канал, и те, кто не подписан на канал... Ну, тоже верно, те, кто не подписан на канал, а вообще... Но! Если ты выйдешь оттуда живой, ты всем докажешь, что ты настоящая Катюшка-профессионалка. Я, конечно, Катюшка-профессионалка, но мне надо хотя бы подготовиться, там, знаешь, порепетировать, там, я не знаю, боксерскую грушу побить, там, быстренько из лука пострелять, там, ну, вот это все. Ну, мне как бы тоже надо подготовиться, мне вот эту всю нечисть надо по клеткам затащить, они у меня там подготовлены, поэтому я тебе даю 5 минут, чтобы все, притащить сюда самые свои сильные зелья, шмотки, луки, все остальное, и после этого мы начинаем сражение. Так, ну все, я тогда побежала готовиться, там, мне там яблочки надо золотые сделать, все, я пошла, всё. Пока. Одна нога там, а вторая жопа там. Все, давай быстро, чтоб моментально. Ну, как говорится, Гуччи флип флапс. Чего ты сейчас только что сказал? Вот и мне интересно, это они на табличках написали Гуччи флип флапс? Я в душе не чаю, что это такое. Заклинание, наверное, не знаю. Кошмар. Бронька готова. Ботинки починила. Все есть. Так, берем. Взрывное зелье силы на всякий случай. 3 золотых яблока, потому что, ну, я как бы слабенькая. Зачаренный лук, зачаренный меч. Я готова. Кто здесь? Игорь, не мешай, у меня бой. Ну тогда, Екатежопик, добро пожаловать на арену чемпионов! Именно на этой арене мы сегодня выявим, настоящий ли ты профессионалка или все же нет. Посмотри, сколько много зрителей, посмотри. И если у тебя сразу сложился вопрос, что это такое, это трон победителя. Если ты сегодня займешь вот это, победишь всех противников, значит ты окажешься на вот этом троне. Прям на нем. Нифига себе, а реально, что зрителей-то так много? Я даже не знаю, какую сторону-то посмотреть. Так много оваций, прям хлопают все со стороны. Ну, кстати, трон с вешалками мне очень даже нравится. Ну тогда, Екатежопик, на счет раз, два, три идешь, открываешь все калитки, пробуешь их победить. А я просто ухожу в сторону и смотрю, справишься ты с этим или нет. Давай. Куда? Ты мне хотя бы открой забор-то этот. Сама откроешь, сама выиграешь или сама сдохнешь. Давай, открывай, открывай и погнали, Катя. Погнали, горючики, сначала издалека вас стрелами побью. Так, а вы куда там разбежались-то? На меня идите, на меня! Ты смотри, какая рава! Вау! Вы вообще в курсе то, что как бы я тут хозяин арены, Катя, они еще и на меня пошли, ёханый бабай! Так, меч идет в бой, уже стрелы качаются. Нужна подготовка, срочно! Какая подготовка? Подготовка к чему тебе нужна? Подготовка, чтобы ты мне стрелы принес, у меня стрелы кончились. Так, сейчас мы их тут все зарубасосим. Я тебе нести ничего не буду, как бы ты сражаешься, а не я. Ты доказываешь, что ты профессионалка. Да, Игорюшки, это легко, я сейчас все сделаю. Подожди, 5 сек. Вот, еще чуть-чуть. Сколько их там осталось? А мелкие-то тут зачем? Фу, уйди отсюда, фу, нельзя. Так, а что их так много-то, их же меньше было. Так, сейчас. И еще сколько их осталось? Да много, еще 3 штуки осталось. Вот еще вот этих 3 перегаси, и все будет хорошо, давай. Давай ты хоть не поддерживай, что ли, где эти бурные овации? Катя, бурные овации! У, ты с первой волной только что справилась. Так, надо собрать всю гнилую плоть и посмотреть, сколько в итоге получилось. И в итоге у меня 43 гнилой плоти. Ну, неплохо, я тебе даю 5 секунд на восстановление, и ты идешь и открываешь калитки с Маринками. Кстати, подойди вот сюда на секунду. А ты вообще в курсе, зачем я тебе подготовил такое испытание? У тебя есть догадки? Ну, потому что вы мне, вот ни ты, ни подписчики не верят, что я профессионалка. А знаешь, какое твое финальное испытание в Майнкрафте, чтобы все просто поверили, что ты настоящая профессионалка? А, нет, вот этого не знаю. Когда ты у нас на глазах на серии убьешь Эндер-дракона, прям сама, без моей помощи, тогда все тебе и поверят, то, что ты настоящая профессионалка. А вот это все, это просто подготовка, чтобы ты доказала, что ты хотя бы чего-то стоишь. Я готова.
Мне нужны стрелы, и я готова начинать. Держи тогда мои стрелы 45 штук, иди открывай вот это логово Маринок и посмотрим, как ты с ними справишься, давай! Главное, ты отойди подальше, чтобы они в тебя не пуляли, а я все смогу. Подкрадываемся сбоку, аккуратненько вешалки вот эти убираем, убираем, и вот так. Все, выпускаю Маринок. Давай, загри всех, сразу всех загри, не только твоих, чтобы сразу все на тебя выбежали, Кать! А это мне оговаривалось регламентом, не оговаривалось регламентом. Давай, 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 подходи к ним, подходи, подходи, чего ты так со стороны-то стоишь? Давай, подходи туда, подходи. Так они сейчас меня отравят, и все, и ханец мне. Ну, в этом-то ты, главное, отбегай, они в тебя зельем бросают, ты сейчас сдохнешь, закукаракаешься. Я яблочко скушиваю, нужна срочно подмога, так, Маринки, давай. До свидания, Мариночки. Катя бьет одну Маринку по носу, другую Маринку по носу, три Маринки стоят и не могут убить одну Катюху. Катюха, как ты вообще справляешься с таким? А можно без комментариев, молодой человек, и так тяжело, подожди. Так, Маринка, минус. И еще одна минус. Еще две Маринки остались, давай. Катя сражается. Катя бьет по вешалке, потом идет на Маринку, которая застряла на третьей вешалке, бьет Маринку, пятая Маринка по очереди, Катя убивает всех Маринок, и Катя чемпионка. Все, что ли? Все Маринки кончились? Чуть не задохнулся. Слушай, ты убила всех Маринок на вот это, на очереди вот эти адские мутанты зогнины. Если ты их сможешь убить, тогда я уже не знаю, они, походу, здесь самые опасные, Кать. Подожди, мне с одной Маринки выпило зелье исцеления. Это тебе пригодится в будущем, кстати, против зоглинов. Так, отлично, все, тогда мы сейчас посмотрим мой инвентарь. Стрелы на месте, зелье на месте, осталось 2 золотых яблока. Меч еще целый, я готова. Ну тогда я их выпускаю, а то... А меня-то за что? Да я даже в этой жизни ничего не сделал, Катя, давай! Агри, они тебя должны бить, они меня должны бить, ёхали, бабай! Конечно, они меня должны бить, блин, ты их заагрил, они на тебя побежали, конечно! Кать, ну ты отходи, ты так не справишься, не очень сильный, тебе надо убегать, Катя, они тебя сейчас в космос запустят! Я сама самая сильная тут, не мешай мне, ёпрст, это они меня загнали в клетку! Так, спокойно, я все смогу. Ты одного кокнула, ты одного смогла кокнуть! Нифига себе, обосраться, куда ты улетела, давай прыгай на них! А что сейчас было, это как оно так произошло? Катя, на меня бежит, он тебя... Да, стрелу! Нифига себе, ты тактику придумала, да? То есть ты загрела их на меня, я их отвлекаю, а ты в них стреляешь с лука там сверху, да? Да, только стоп, типа, не остановись, ты не мельчишишь, я тебе попаду по башке стрелой. Так, короче, все, добиваем меча, все. Слушай, ты, господи, да ты, оказывается, ты еще и тактику наперед придумываешь, она улетела, на меня они напали, она их отвлекает, и дрить ты колотить, вот это я точно не ожидал. Я сама не ожидала, как я вообще так подлетела на эту крышу-то. Их убить надо. Ну да, мистеров Криперов. Ну нафиг, пока. Да куда пока? Доверь мне, Катя, это твое третье или четвертое уже испытание. Да там всего лишь 8 мистеров Криперов. Да ты их за... 8! Да, на это испытание у тебя есть челлендж. Ты должна их убить без лука. Да ты вообще очумел. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Ну вот и докажи то, что залезет, то, что ты сможешь убить мистеров Криперов. Все, давай, иди, вот это ломай калитки и давай их убивай мечом. Не-не-не-не-не, иди ты мне открой калитку, и пусть они идут на меня, а то я сейчас сразу же подорвусь на месте. Ну хорошо, мистеры Криперы, бежим на Катю, Дихагри, давай, подходи к ним, иди, Хагри, давай. Так. Покажи. Убила, отбежала. Не убила, ударил, молодец, следующий, давай. Следующий. Все на меня! Ну точнее. Эй, кого на меня? Кто ударил, отбежал? Завтра. Ты сказал их 8, их тут 98, походу, ударил-отбежала. Ударил-отбежала. Так они на меня бегут, господи, да не на меня, Криперы, не на меня, не на меня. Господи. Так, минус один, ударил-отбежала. Ударил-отбежала, нет, не взрыва. Все, что ли? Ну, они все подорвались, как ну, бы. Ну да, какие-то скучные мистеры Криперы, оказывается. Я-то думал то, что они намного вот это, я думал то, что они... Я да, думал, тихо, нет, я знаю, вас уже таких ударил, отбежала. Молодец, ты запомнила. Самое главное правило против мистеров Криперов это ударил, отбежал. Да, я это запомнила, потому что у меня был самый лучший учитель. Ну и ты. В смысле, ну я? А кто тогда твой учитель был? Подписчики.
А, ну, хорошо. Ну и последний твой бой, Екатерина. Ты не смотри то, что вот здесь сейчас перед тобой милые вот эти чебураки-собачки. Это стая злых волков. Как только ты ударишь одного, они сразу же все побегут на тебя. Ты готова к пятому бою финальному? Слушай, ну вот такого я от тебя вообще не ожидала. Но я готова. Ну тогда подходишь! Я открываю калитку, ты бьешь одного волка и понеслась жара по трубам. Пошли! Раз, два, и три! Погнали, Катя! Так, одна собака ударила. Ударила, все, побежали. На меня. Ё просто, тихо, спокойно, песики, спокойно. Спокойно, чебурачечки маленькие. Так, тихо. Ну тут тебе прям хорошо надо постараться, тут тебе прям очень хорошо надо постараться, Катя. Тихо, я вижу, какие вы добренькие собачки, давайте я вас поглажу, косточку всем дам, господи, помогите! Нифига себе, ты хорошо гладишь мечом по башке, ты гладишь, да? Так, все. А, последний, Это я тебя бил, слушай. Ты, сколько у тебя сердечек, скажи? Ну, я уже покушала курочку, но было 7. Ну, слушай, давай тогда в следующий раз я приведу еще одну стаю волков, но ты тогда будешь в кожаной броне, а не в алмазной, а? То есть это мы идем на повышение уровня, да, получается? Ну да, с алмазной бронькой все очень просто, вот с кожаной попробуй их всех убить. Слушай, ну вообще на самом деле, вот ты в жизни в Майнкрафте встречался хоть раз с такой стаей волков по-настоящему? Да каждый день встречаюсь, каждый день. Все хорошо, Кать, тогда сейчас твое последнее испытание, твой последний уровень, убить меня. В смысле убить тебя? Вот если ты убиваешь меня, занимаешь вот этот трон. Не убиваешь, ты нубасиська. Ну давай попробуем. Ну да, мне просто это очень интересно, что из этого получится. Ну давай, Катюшка. Подожди, мы должны сравнить. У нас одинаковая бронька по силе. Да все одинаково, не переживай, у тебя даже еще меч лучше, чем у меня. Давай попробуем. А где мой лук? Вот мой лук. Все, давай, погнали. Можно мне выходить сразу из Майнкрафта, но я не выиграю тебя. Ну давай попробуем. Ну давай попробуем. Ну давай, считай, пошел отчет, и мы с тобой начинаем. Раз. Два. Три. И погнали, ёпкрыты, давай! Нет! На по башке! Отбегаем, Катя! Бьём ей по башке, бьём ещё раз по башке, Стоп! Да это куда? Катя, ты понимаешь? Ты понимаешь, что ты только что бросила зелье силы в меня, а не в тебя? То есть я тебя сильнее сейчас начал бить, Кать! Ёпкрыты, это нечестно, я испугалась, ну всё, одна сердечко, да? Кать, ты мне оставила? Три сердечка! Три! И на мне еще было зелье силы! Фу, блин, ну я все равно проиграла. Ты меня почти убила. Ну конечно, еще если бы это зелье исцеления мне бы досталось, а не тебе, было бы хорошо. Обосраться, я сейчас в шоке просто. Я считаю то, что этот трон из вешалок полностью заслужен тобой. Ты его заслужила, ты мне оставила три сердечка, залезай на этот трон, ты... Чемпионка арены. А ты уверен? А подписчики не захейтят, не скажут, что это все это неправда, что ты выиграл и ты заслуживаешь трон. Ну как бы, ну вы видели, она меня кинула зелье силы, я ее убила, но она мне три сердечка оставилась, да ты меня почти закокала, закукарачила, просто на фарш почти пустила. В следующих боях я уверен, что ты меня просто сдрюкаешь. Ну ладно, я тогда готова принять это предложение. А как на него залезть-то? Ну вот туда, внутрь заходишь и залазишь. А, да, ну хорошо, сейчас. Как оно? Настоящая вылитая чемпионка Екатерина Нубасосовна. Я не Нубасосовна. Ну, в смысле, Екатерина Профессионалкина. Алло, все, я себе этот трезубец забираю, до свидания. Ну что, кто следующий? Кто еще не подписан на канал? Кого на фарш пустить? А тебя или Игоря?